Высшую школу информационных технологий и информационных систем Казанского университета посетил президент корпорации Govor Media плюс Канада Корп Роланд Йозеф Боб. Гостя ждала экскурсия по аудиториям и кабинетам высшей школы ИТИС, где он познакомился с научно-исследовательской деятельностью лабораторий. Директор Айрат Хасьянов представил презентацию Роланду Йозефу Бобу о научном и образовательном потенциале высшей школы ИТИС. Мы создаем совместную с Институтом экономики и управления финансов кафедру, и компания Govor Media является партнером этой кафедры, предоставляя нам как свою экспертизу в области преподавания конкретных предметов, в частности в области блокчейна, распределенных реестров, а также именно вместе с этой компанией мы работаем с нашими студентами в области технологического предпринимательства. Сам гость рассказал студентам об инвестициях в IT-компании, особенностях реализации IT-проектов и выведении их на мировой рынок, а также о международном бизнес-сотрудничестве. I'm very impressed with the capabilities and at the Kazan University, and we are very much expecting to enhance, expand our collaboration between the university and Govor Media LLC. We are an online platform company. We are based in not only in the Russian Federation, but also in the United States, and we are a publicly traded company in Canada. Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.